Всем здравствуйте! Очередное видео сегодня снимаем. Сегодня у нас пчелы летают. Пришел посмотреть, что пасека делает. А пасека гудит пчелами. У нас вчера, позавчера тоже дождливые погоды были. Сегодня пчелки облетываются. Улетают, акация зацвела. Если пару дней дожди пойдут, акация закончится, сгниет, так сказать, испортится из-за дождя. Наблюдается много пыльцы, заносящий улик. Вот. И отводки тоже работают. И на водопой тоже пчелки прилетают. Вот, смотрел. Пришел утром, тоже ничего не было. А сегодня как солнце появилось, у нас гора облачно сейчас. Вот, можно и на камере наблюдать, сколько пчелы здесь летает вокруг. Вот, больная семья, месочатый расплод тоже как-то приходит в себя. Вот мы видим пыльцу заносит. Здесь матки нету, матку я пересадил здесь. Им, как сказал, положил новую рамку с другого семьи, нормальной, активно работающие, как его сказать, ну, с хорошей семьи рамку туда положил, чтобы они матку вывели. Вот. На полу видно много пчелы, и которые они выбросили. И белые личинки были там много, это муравьи утаскивают там. Вот. Ну, а сейчас ветер поднялся. Пришел посмотреть. Вот, и дождь начался, уже капает на меня. Вот это тоже отводок был последний. Вот пыльцу, видно, заносит. Здесь тоже матка сеет. Облеталась уже. Не знаю, как из-за дождя она так это сделала. Вчера, позавчера, по-моему, я точно не знаю. Я смотрел, там расплод был, однодневные личинки. Вот. Куда ни глянь, везде пчелы летают. Пыльцу не носят везде. Вот сейчас у нас дождь будет скоро. Вот мои клубники зацвели. Пока что пару штук красных. Вот малина у меня такая. Вот. Клубники будем есть. Вот пчелки. Мне вообще этой пчелок жалко. И когда мед накачиваем, тоже их много убивают. И личинок, и пчел. Такой труд они делают. Вот. Такие вот дела. Это тоже был сделан отводок. Смотрите, сколько здесь летной пчелы. Сколько сюда пыльцу заносит вообще. Я смотрел утром тоже. Какая-то часть летала здесь. Вот, столько летной пчелы. Этот отводок я сделал из семей, которые хотят роиться, которые хотят у меня улететь. Я на выходе расплод взял рамки однодневных, засев там незапечатанный расплод. Рамки оставил, так как пчела чувствует, ну, у него там это инстинкт включается, работать, ухаживать за личинками и дома остаться, как сказать. Вот. И не бывает желания улететь. Если много запечатанного расплода и потянули маточники, при выходе много пчелы и матки, они обязательно у вас улетят. Вот, поэтому сюда я закинул где-то 6-7 рамок печатного расплода, уже запечатанного. Вот, смотрите, сколько здесь пыльцы сейчас, одновременно 5-10 пчелы залетело. Вот, сделал отводок, закрыл улик. У нас в этот день у нас дождь был, как раз они дома сидели пару дней. Вот, и вся пчела, которая здесь
Блэ, вот, смотрите, сколько их здесь сейчас собирается здесь. Это вообще что-то. Это вообще много пчелы здесь. Вот. И вся пчела осталась дома, ну, в улике. И запечатанный расплод как вышел. Вот. Я смотрел, маточников нету роевых. Матка-то здесь сеет уже, нормально работают пчелы. Вот, а сильные пчелосемья уже не отодок, можно сказать, уже пчелосемья можно уже назвать. Здесь много пчелы вообще. Вот, сколько я здесь летают вообще. Так, здесь самый маленький отводок. Здесь тоже пчелы достаточно. Я маслом помазал ножки, чтобы муравьи туда не залезали. Вот. Вот такие вот дела. А тут тоже летают пчелки. Вот. Сколько их там собралось. Вообще. Открывать тоже сегодня не буду из-за ветра. Я должен был посмотреть здесь на однодневном засеве рамку, как я середине ставил, потянули маточники или нет. Я, если не потянуть, они не потянут. Вот здесь у меня что случилось? Здесь на 8-10 рамах пчел сидят в этом уле. И я что сделал? Без вощины положил им рамку пустую, натянутую с проволоками. Они половину оттянули, а внизу маточник. Не внизу, а в середине где-то так потянули маточник белый. Я смотрел, тоже личинка была маточным молочком там. Они уже сформировываются, как сказать там по-русски. Вот. И сейчас она на выходе не будет. Там еще надо пару дней подождать. Я для быстрого выведения маток что сделаю? Я эту рамку возьму, положу им здесь вместе с пчелами, если матка там не будет. Не буду его трясти, трясти тоже не желаю никому, так как может личинка оторваться от этой, ну, которую прицепляется она, и у вас матка может погибнуть или не выйти, или плохая может быть, или деформированная, как его сказать. Вот. Вот здесь тоже. У меня пару лет назад, знаете, что случилось? Самое интересное. Вот. Я вот почему я говорю, нельзя трясти, ну, трясти рамку. Я с хорошей семьи, Карпатка у меня была, пчелосемья. Вот я подставлял маточники, чтобы потянули. Из хорошей семьи положил рамку, струсил сначала пчелу, где я рамку беру, вот, и перенес его сюда, положил, ну, не эту улик, а вот другой, в тот раз, в том году. Потянули много маточников, длинные, длинные, вот такие вот. И я вначале думал, нормально маточник будет, когда личинка падает с этого основании, они все больше, 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 больше тянут, тянут его, и она такая длинные получаются маточники, вот это нехорошие вообще. Вот, и я опоздал, смотрел тоже часто, чтобы их отобрать и сделать другие отводки тоже. Вот, и что самое интересное случилось, знаете, что она, как сказать, там это матка вывелась, они все другие маточники сгрызли на полу и в улике, и вот здесь на литках тоже лежали маточники. И потом я ищу эту маточник, матку ищу, потом нашел у него крыло, ну, она летать не сможет уже, и как-то криво ходит по рамкам, ну, по этой сотам. Вот. Из-за того, что, наверное,
я их там поэтому как струсил, как-то что-то у них там случилось, не знаю. Вот. Ну, матки негодные бывают. Вот, если подставлять рамку, желательно не струсивая рамку, просто взять, матку найти, чтобы нам не перенести другой улик. И смело можно на вот удок положить. Те, которые взлетная пчела, которые вы перенесли, она все равно слетит обратно в свой дом, и все у вас там нормально будет. Вот. Трясти нежелательно. И поднимать там рамки, и как его сказать, то в эту блок, то другой блок тоже ставить, смотреть, перевернуть рамки там тоже нежелательно, когда, когда матка, эти как его, маточники, когда потянули, потому что тоже может личинка пострадать там, и у вас много времени пропадет. Вот. Вот такие вот дела. Всем удачи тогда, до новых встреч, друзья. Вот такие дела у нас сегодня на пасеке.